Ветераны футбола съехались на свою ежегодную традиционную встречу, и чтобы показать класс игры и, естественно, для того, чтобы напомнить о славной истории и замечательных достижениях щелковского футбола. Его игроки на состязаниях как областных, так и всероссийских добивались выдающихся результатов. Уже пятый год ветераны-футболисты с удовольствием участвуют в этом турнире. Многие из них – игроки в прошлом знаменитых футбольных клубов, команд областного и районного уровня. Их фамилии знают те, кто по-настоящему любит эту массовую игру, всегда формировавшую здоровых, энергичных, готовых к труду и к победам во всем наших соотечественников, наших земляков. Турнир с каждым годом набирает обороты, становится все популярнее. Этой инициативе 5 лет, пятый год проводится этот турнир, посвященный памяти щелковских футболистов. Очень здорово, что футболисты вспоминают своих друзей игрой. И, по-моему, это правильно. Он входит в календарь спортивных соревнований района, то есть приобретает популярность. К нам приезжают ребята, и вот сегодня приехали и Ногинские, из Королева, из Москвы, ну, щелковские, соответственно, все ветераны, которые выступали на первенство области, защищали честь в составе команды «Текстильщик Щелково», и ребята, которые выступали за «Спартак Щелково». Для самих участников этот турнир все равно, что взгляд в прошлое. Очень нравится. Собираемся помянуть бывших игроков, вот, встретиться между собой, вот, пообщаться, кто чего достиг в жизни. Полезно, очень полезно. Перед началом турнира ветераны-футболисты отдали дань памяти своим товарищам, ушедшим из жизни минутой молчания. Вдоль игрового поля были развернуты стенды с фотографиями тех, кто создавал славу нашего футбола, готовил молодую смену, выводил на всероссийский уровень команды и в Щелкове, и в поселениях. Евгений Докукин, Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.